Боге торжествую.
путь, ты мой свет, ты мой путь, ты мой свет, только ты. Победа моя, Бог наша победа, воскликни аллилуйя! Аллилуйя! Господь наш путь, Он наш свет. Что же еще делать? Идти за Ним, аминь. И радоваться, будем радоваться в Господе. Радуйся, радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся в Боге, радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи забрал. Болезни и грехи Он взял вместо нас. Взял вместо нас. Пролив свою святую кровь, дал нам власть побеждать. Восклицай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой, Господу воспой, восклицай. Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Он забрал. Болезни и грехи Он взял вместо. Твою святую кровь дал нам власть побеждать. Восклицай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой, Господу воспой. Восклицай, восклицай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой. Господу,
достоин, чтобы мы славили Его мощно, чтобы мы пели Его. Написано: «Славь, душа моя, Господа, не забывая благодеяния Его». Вспомни, что Бог сделал в твоей жизни. Прославь Его за это, возблагодари. Написано, чтобы мы славили Бога душой, да, сердцем, нашим разумом и нашим телом. Поэтому возьми, возвысь свои руки, славь Его, Он достоин хвалы. Аминь. Дух Святой, приди,
Слово Божье говорит, что Бог, Он приходит в тихом веянии, в мягком шепоте. Дух Святой здесь, Он хочет говорить к нам. Открой свои глаза, открой свои уши, открой свое сердце. Слушай голос Господа, поклоняйся Ему, наслаждайся этим присутствием здесь. В тишине Твоего величия святости под покровом Твоей славы дай услышать голос Твой, Твой мягкий шепот.
Говорить с тобой, и мы жаждем тебя, Дух Святой, мы жаждем тебя, Дух Святой, мы жаждем тебя, Дух Святой, дай нам услышать твой голос, дай услышать голос твой, дай услышать голос твой, дай услышать голос твой, о Дух Святой, дай услышать голос твой. Дай услышать голос твой, дай услышать голос твой, о Дух Святой, дай услышать голос твой, дай услышать голос твой, дай услышать голос твой, о Дух Святой, дай услышать голос твой, дай услышать. Голос твой, дай услышать голос твой, о Дух Святой, веди за собой, наполни собой, веди за собой, наполни собой, о Дух Святой, мы жаждем тебя. Жаждем тебя, твоего огня, твоего огня. Дай услышать голос твой, дай услышать голос твой, дай услышать голос твой, о Дух Святой. Дай услышать голос, голос твой. Когда овцы, они знают голос пастыря. И когда пастырь зовет их, они идут на его голос. И Дух Святой говорит, что нам нужно знать голос нашего Отца. Потому что, несмотря ни на какие обстоятельства, и кто бы что ни говорил, если мы будем знать его голос, если мы будем знать, что он нам говорит, если мы будем его слышать, то мы никогда не собьемся с пути. Дух
Дух Святой, мы просим Тебя, дай нам действительно быть ближе к Тебе. Дай нам действительно слышать голос нашего Отца. Дай нам иметь эти личные отношения с Богом, чтобы когда Он нам будет говорить, мы могли слышать и слушать, Господь, и делать, и идти за Ним. Мы поклоняемся Тебе, Дух Святой. Мы почитаем Тебя на этом месте. Дай нам слышать Твой голос. Дай нам идти за Тобой. Дай услышать голос Твой. Дай услышать голос Твой. Дай услышать голос Твой, Дух Святой. Дай услышать голос Твой. Дай услышать голос Твой. Дай нам слышать голос Твой, Дух Святой. Если мы просим у Бога, то Он дает. Если мы просим сейчас слышать Его голос, то Он будет говорить. Просто слушай сейчас то, что Он тебе говорит, в твое сердце, в твой разум. Мы будем еще поклоняться и слушать Его голос. Тебя. Во имя Иисуса Христа.